Ну, вы знаете, национальная идея, она была непосредственно, да, воплощена в жизнь, это в том году, когда Крым и Севастополь стал частью Российской Федерации. Я скажу честно, я был просто поражен от того патриотизма нашего народа, именно воплощение вот так этого присоединения. Вы знаете, когда это произошло, все прекрасно понимали, какие экономические санкции были введены против России и как это ударит по карману, в первую очередь, каждого нашего избирателя, каждого гражданина Российской Федерации. И несмотря на это, весь народ России поддержал президента именно в политическом его решении присоединения Крыма и Севастополя к России. Вот это называется патриотизм. Это патриотизм тот, который закладывается именно с рождения нашего молодого человека. Это патриотизм тот, который закладывается именно в воспитание наших всех молодых подрастающих поколений. Вот это, я скажу честно, я был и удивлен, и поражен. И в этом и отличается наш российский народ от всех других народов стран мира.